Терпение дольщиков жилого комплекса «Вертикаль» подошло к концу. Они организовали собрание, чтобы поторопить застройщика со сроками сдачи жилья. Сроки перенесли, соответственно, многие из наших жильцов платят ипотеку, наверное, практически все. Соответственно, ипотечные платежи, вы сами знаете, сначала идут проценты. То есть мы передарили банкам процентов уже безумное количество. Дольщики домов в первой очереди строительства должны были получить ключи от своих квартир еще в конце 2016 года. Однако этого не произошло. Срок сдачи жилья перенесли на первый квартал 2017 года, далее на второй квартал 2018 года. По словам дольщиков, для этого не было каких-либо уважительных причин. Дом внутри готов, оштукатурены стены, залита стяжка пола, электрика готова. Осталось только положить плитку на пол и поставить мусоропроводы в подъезд. Никаких оснований для того, чтобы переносить на целых 2 года сдачу 4-го и 5-го дома. Напомним, зимой 2018 года строительную площадку жилого комплекса «Вертикаль» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он потребовал у генерального директора группы компании «Новый город» Александра Мамушкина назвать новый, окончательный срок сдачи жилья. Вы виноваты, да. Послушайте, мы сейчас о том, что вы виноваты, мы сейчас говорить не будем. Это вы действительно виноваты, вы свои обещания не выдержали уже 3 раза, но мы сейчас видим, что работы ведутся, что, в принципе, есть определенные подвижки. Мне бы сейчас хотелось бы уже окончательно с вами зафиналиться, и чтобы вы конкретно мне сказали срок сдачи. Александр Мамушкин заявил, что дольщики получат ключи уже в феврале 2018 года. Этого не случилось. Теперь люди обратились к прокурору области с письменным заявлением. Он поручил в течение недели провести проверку по вопросам сдачи жилья. В ближайшее время состоится оперативное совещание с контролирующими органами и администрацией города. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы.